15 апреля в городе официально закрывается зимний сезон. К этому времени устанавливается стабильная плюсовая температура, тает последний снег. Город переходит на летнее обслуживание. Предстоящие работы обсудили на оперативном совещании в мэрии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Профильные службы проводят работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного полотна. В этом году таким способом отремонтировали более 4000 квадратных метров дорог. Однако уже на этой неделе планируется приступить к ремонту картами. Из обращений граждан и актов реагирования контрольно-надзорных органов составлен список, где такой ремонт будет произведен в первую очередь. А мы раньше, чем с 12-го не сможем выйти? Ну что, еще целую неделю? Эта неделя теплая, по прогнозу. Елена Владимировна, там же надо фрезероваться сначала и так далее. То есть выходим мы раньше. А сами работы начнем с 12 числа уже, укладка. На улично-дорожной сети профильными службами проводятся и другие виды работ. Уборка прилотковых частей, мойка и подметание дорог. На этой неделе начнутся работы по нанесению дорожной разметки. Первоочередной порядок – это восстановление линии дорожной разметки, которая будет проведена на дорогах, задействованных при проведении праздничных мероприятий 1 и 9 мая, а также место расположения аппаратно-программных комплексов от фиксации нарушений ПДД. С 1 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. В среду на уборку улиц вышли почти 14 тысяч человек. В субботу порядка 23 тысяч человек. О результатах за неделю отчитались главы внутригородских районов. За истекшую неделю, значит, всего работало 3,5 тысячи человек нарастающим итогом. Было очищено 40 тысяч квадратных метров территории и вывезено 90 кубов мусора. На территории района создан 31 пункт выдачи инвентаря. Доводим это до населения о том, что они в любой момент могут получить требуемый инвентарь для уборки территории. Проводится подготовка парков и скверов города к летнему обслуживанию. На 20 апреля запланирован пробный запуск городских фонтанов. С 1 мая они начнут работать в постоянном режиме. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.